Здравствуйте, с вами Екатерина Воронченко. Всю следующую неделю жаркая погода. Синоптики прогнозируют, что даже в ночное время температура существенно поднимается. Все благодаря антициклону, который властвует над нашей территорией. Итак, этой ночью на севере до плюс 16 градусов тепла. Облачность будет переменной, осадков не предвидится. А вот ветер юго-восточный 5-8 метров в секунду. Дневная температура до плюс 36. В центре и на юге ночная температура до плюс 17. Также облачность будет переменной, здесь тоже не предвидится осадков, а вот дневная температура жаркая до плюс 36. Послезавтра жаркая погода сохраняется с тенденцией к росту, говорят синоптики. Температура поднимется, около 37 ожидается, поэтому берегите себя. У меня на этом все, до встречи.